what you said you didn't receive. What you said you didn't need. That girl is a real crowd please. Хей, ютубу, хей, Вегас, на Evil 3.2, и да, сегодня мы с вами продолжаем играть в SCP Secret Laboratory. Мы сейчас играем за командира, прикинь. Вот это да, да. Мы играем за командира. За мобильную опергруппу, и по кому там стрелять вообще? Я его, по кому стрелять? Ты кто? Блять, вот суки, не дали мне выйти. Короче, в курсе, тут сначала тут просто не записал, тут, короче, были индивиды, которые меня просто взяли, вот свои же убили. Это, в смысле, такой бред был. Я только появился, то есть меня свои же убили, прикинь, такой бред просто был. Жалко, что я это не записал, ну ладно. Так, ну-ну-ну, давай быстрее едем. Идемте, я вас... Все, быстрее, быстрее, быстрее. Мне писалось, была красная точка. Ладно. Вот такой же вопрос. Вот как чувак там спросил, у меня такой же вопрос. Вот что это за долбоеб вообще? Что это за индивид? Пиздец, блядь. Капец. Ну просто звездец. Просто звездец, блядь. Здорово. Ищем машину. Сейчас мы сейчас будем играть, короче, за моего самого нелюбимого, подожди. За мной, вернее, самого нелюбимого класса. А, ты еще в студию родитель был. Так, карта моя. Возьми. Все. Соснитился, это, соснитил солнца, вернее. Так, открываем. Тут что? Ну ладно. Так, подожди, куда нужно идти? Я что-то забыл. Мы же так пошли ровно, да? Насколько я помню. Да! Блять. Короче, нужно искать машину. Нужно искать машину. Подожди, а там... Не работает, не надо будет? Работает. Ребята! Без сюда. Хуй с вами, короче, ладно. Как хотите. Все, ребят. Я вот составляю, так сказать, на самодержание. На самосодержание, так сказать. Ребята. Блять, не хотите бежать, как хотите. Здорово. Блять. Подожди, может сейчас меня возродит? В виде зомби? Подожди. Да! Хорош. Ну вот, зато теперь я не играю за этого долбанного доктора. Теперь хоть что-то будет повеселее. Не уже играть за доктора. Хе-хе-хе. Ну чё, сучки? Где вы тут? Ага, где вы тут? Блять. Чуть меня это испугало. Ладно. Надо было, короче... Надо было, а что надо было? А я не знаю, что надо было. Приветствую. Благодарствую. Привет. И сюда. Все, вам пизда, ребят. Вам пизда. Вам пизда, я сказал. Ребят, вам пизда, ребята. Блять, сука. На,
Причина смерти удар. Причина смерти удар тупым предметом. Подожди, я раз кого-то ударил тупым предметом, я вроде с кулака ел. Ну ладно. Окей. И дышку. Кажется, смотри, только охранник. Ну, это не точно. Danger. Light containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Так, погнали. Погнали искать еще. Так типа можно? Окей, я этого не знал. Ну раз так можно, то это хорошо. Ну-ка, давай сюда катись лифт. Все, лифт прикатился. Так. Давай, наверх. Ну, где? Так. Вперед. Подожди. Оба. Так, вперед искать. Наживо. Это чё? А, понятно, это этот. Комп, короче, живой. Ну, я сама мысочная. Ну, короче, живой комп. Ну, случайно никого нет. Ну так, просто посмотрите. По приколу. А то обычно ходят тут всякие. Вот сюда, сюда, не туда. Разверни, наоборот, наоборот. Не. Там только, короче, это пилюли есть, которые валяют что-то самое. А, вот он. Здорово. Сложно. Ран. Так, подожди, не сюда, пошли сюда. Так. Оба. Блять, немножко, конечно, не немножко совсем задело, но... Хорошо. Девушка. Ну-ка, откройся. Собака, пошли, там чекпоинт, да? Эть. Это кто? О. Охранник мертв. Да, я пошел. Я пошел сразу за МТ. Так, подожди, тут у нас что? Опять эти пилюли. Ох уж эти пилюли, везде эти пилюли. Так, а это походу все, это походу прям на самый верх нас отводит, но... А я могу, прикинь. Подожди, а SCP что ли вообще могут любые, вообще любые абсолютно проходы открывать? Вот это прикол, вот это мне нравится, ребята, вот это мне на самом деле прям нравится. Это мне офигеть как нравится. Ну-ка, ребятишки, не стесняйтесь, идите сюда. О, я МТФ-ка нашел. Я вижу, как там собаки то ли стреляют, то ли по кому. Чё? Закрещение по собакам. Ненавижу тебя. Меня? Ты мне, кстати, достаточно хп снес. Уже пятый раз за какого-то СЦП становлюсь. Просто я красавчик, я... Я блю МТФ. Ну, роли... МТФ. Беда, ты красава. Тут закрыто. Миссию почти выполнил, так что все, не жалуюсь. Подожди, вообще сколько это осталось? Так сказать, люди. А, ну там потом еще свет от МТФ прибудет вообще. На самом-то деле. О, здорово. Блять. А у них, видишь, реклама в нике. Подожди, все, что ли, я умер? У кого? А, ну да. Ну точно, да. Типа, если. Это если тебя уже зомби убивает, тогда все, тогда ты навечно умер. Жалко, жалко. Так. МТФ опять, обожаю играть за МТФ. Кстати, мы за лейтенанта опять играем, вернее, я играю за лейтенанта. Так, если слышно назад буду смотреть, то мало ли что, как тогда произойдет. В случае, который, к сожалению, не записался. Бегом. Так, я надеюсь, тут никто не кинет гранату. Что-то там про Майнкрафт шутят. Хайпиксель. Пошли за этим.
containment zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun. Так, подожди, там тупик. Опа-на. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Так, давай, пацан. Пошли его вязать. Сейчас повяжем. Порешаем, как говорится. Это детективное агентство, порешаем. Ну-ка, стоять. Ну-ка, стоять. Придется... Детективное агентство порешаем, сказал. Сука. Детективное агентство порешаем, сказал. Блять. Вот так вот. А вот и всё, доигрался. Нихера, у него тут пушка была. Так, вот это с собой носить сначала возьму. Чё у меня там? Как? Вот это с собой возьму, наверное. На всякий случай. А, у меня есть второй, да? Тогда это самое. Да я нахер это выброшу, нафиг он мне нужен. Вот это чё? Вот это с собой возьму. Мне кажется, пригодится. Так, патроны полные, отлично. Пошли сюда. Не знаю, где монолит. О, походу этот чел, который играет сталкером, нашелся. Ходи быстрей! Давай. А, че он там не заходит? Заходит, нет? Или че, или куда? По кому-то стрелять как-нибудь. Опа-на. Аномалия пришла. Быстрее! Забудьте, давайте. Все, отлично, нормально. Крутой ежик. У кого гранат есть? Есть. Ну ладно. А, он вроде не едет, кстати говоря. Ну все, значит, нормально. Блин, ну Пикачу была черная карта, но... Блин, сейчас бы Пикачу. Ну, возможно, он еще жив. Так, подожди, у меня карта вообще какая? Понятно. Это кто? Так, что я хотел сказать? Так, короче... SCP говорит в микрофон. Что может быть хуже? Так, все, вроде зомбированных больше тут нет. Так, это конечно хорошо, это конечно прекрасно, но. О, ничья. Ну отлично, чё? Не грех за это и пострелять в воздух. О, я за псину играю. Да, это же псины? Да, это псина. Мы играем за собаку псину. Ну, что-то вообще такое себе, прям не люблю играть за SCP, поэтому. Не, конечно, лучше, чем доктора до сих пор, но такое, знаешь. Такое себе. Я бы лучше за, не знаю, за класс D лучше поиграл. Это хоть иногда весело. Так. А, немножко тут, немножко это самое на стене не поместилось, это самое, кнопка. Ой, блядь, случайно нажал, извините. Элеватор систем, давай призываем. Ну. Так, поехали. Угу. Здорово. Ах ты!
Не надо? Не надо, говоришь? Нет, надо, надо, понимаешь, надо. Надо, надо. Успел? Жик. Надо, я сказал надо. Надо, надо, понимаешь, надо. У меня такая работа. Блять. Открывай, 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 быстрей. Кусь. До свидания, ребят. Мы ничего не видели. А, слушай, у них все равно же оружия нет, по сути. У них, по сути, там все бомжи. Мрази, сколько там людей, но не открывает, суки, не открывает, держится. Ух, держится, ну ничего, ничего, ничего. Долго не пробудете. Пойдем пока кого-нибудь поищем еще. Хотя мне кажется, они там все. О, здорово. Пацан, здорово. Жри его, жуй, жуй, жуй. Жуй быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Открывай, 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 быстрее, 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 быстрее. Ты, блядь. Давай, 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 давай. Ой. Так, быстрее, быстрее. На! Значит, мы сейчас так сделаем, смотри. Оба. Бегом, бегом, давай, 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 едь, 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 едь. Приехали. Так. Так, 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 так. Он далеко все равно не убежит. По крайней мере, надеюсь на это. По-моему, он меня хлебал. Да, ребят, он меня хлебал, по-моему. Ладно, пошли опять на первый этаж. Или какой-то там этаж. Да, лифт сюда не приехал, он меня хлебал. Он, короче, знаешь, как сделал? Он приехал наверх, потом вниз спустился. А я, короче, только наверх, он меня правда хлебал. Хорош, хорош. Хорош, я думал, что все будет как обычно, а на самом деле нет. Он оказался умнее. Так, открой, пожалуйста. Ага. Danger. Light containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Открываем. Так, тут 173 должен быть. А тут случайно никого нет? Блять, это меня сейчас испугало немножко, на самом деле. Здорово. Ах ты, сука, открой дверь. Чувак, тебе, конечно, не повезло вообще. Я тебе прям вот говорю тебе, тебе прям вообще не повезло. Тебе прям вот, ну, просто не фартануло. Ты, в смысле, пытаешься от меня скрыться, я ж тебя заметил, ты чё, гонишь? Думаешь, я тебя отстану просто, или что? Тебе пизда, чувак. Я же говорю. Я могу. А зачем? Я и так все могу открыть. И вправду. Я вообще из степи, нафига мне все подбирать. Здорово. Куда это вы пошли? Беги, брат, беги, брат, беги. Куда это ты пошел? Куда это ты пошел? Ну-ка иди сюда, ну-ка иди сюда, скотина. Я тебе сейчас уши-то надеру. Ну-ка иди сюда, иди сюда, иди сюда, я сказал. Ну-ка иди сюда, пизду сюда. Может, ты от меня скроешься, что ли? Нет, ты от меня не скроешься. Все, тебе пиздачу. Нет! Сука! Давай! Да давай! Ну! А че я его не могу убить? Блять! А я подожду, знаешь что? Только меня захочется хлебать, я его специально тут подожду. Смотри, я кажусь умнее. Ну-ка, призови ко мне сюда этот лифт. А я, конечно, как сделаю, я вот так вот сделаю. Опа, ну-ка.
Либо он тут заныкался, либо он ушел. Походу он ушел. Ладно, тогда пошли на первый этаж. Откройка. Так, а что тут? Так, понятно, этого я убил. Ну или кто-то другой убил. Так, открываем. Проходим. Light containment zone overall decontamination in T-minus 5. Еще вот мертвый. Ах ты, сука, не открываешь. Но я вижу, там он. Ну давай, иди проверь, кто там. Ну давай, ну сходи проверь, ну ради любопытства. Ничего лучше придумать не мог? Кто его нахрена? По-моему, уже никого вообще просто не осталось на первом этаже. Сюда все уже поуходили, да? Тут даже, я вижу, скромник уже побывал. Да, что двери выломаны. Мне кажется, все уже давно на третьем этаже. Мне кажется, логичнее будет пойти краски на третий этаж. Поэтому поехали на третий этаж. Открывайте. Ждем. На первом этаже только вот тот ученый, который какой-то, видно, чувак, короче, непонятный там. Что-то взял гранату вместе с собой и кинул, что за бред. Только вот он, короче, остался. А так все, короче, уходили, поэтому... Как я сказал, не вижу смысла вообще находиться на первом этаже. Соответственно, что? Правильно, пойдем на третий. Потому что на втором тоже не ловить, на самом деле, нечего. Подожди, это куда? Это никуда мне... Это не... Нет, мне не сюда надо, подожди. Мне нужно на третий. Мне нужно найти лифт. Понимаете, лифт. Такой вот классный такой лифт. Нет, это не то. Пошли сюда. Вот лифт, походу. Да, это, походу, лифт. Я надеюсь, не на первый этаж, а именно что в третий. Так что, я кто-то был, ну ладно, фикси. Подожди. Так, понятно, мне сюда не надо. На первый, на второй, вернее, на второй. Там кто-то был. За ними. Давай, сука. Я тебе покусаю сейчас. Тебе от меня не скрыться, сука. Давай. Хорош, просто вы делали его. Так, подожди. Только немного запутался. Подожди, мне нужно сюда идти. Сейчас мы опять на тот же маршрут выйдем. Подожди, какого черта? Чё это сейчас было вообще? Я, короче, успел еще одного убить. Опа, здорово! Здорово, я сказал, здорово! Ха-ха! Ну-ка, иди сюда. На что ты надеялся вообще? Может, я тебя не замечу, что ли? Не, все, чувак, тебе пиздец, тебе прям гарантируют. А чё ты убегаешь от меня? А, даже так, то есть, да? А, окей. В общем, да, ребят, вот так мы сегодня поиграли в SCP Secret Laboratory. Думаю, пока что мы на это с вами закончим. С SCP, потому что, ну, не знаю, типа... В принципе, мне кажется, мы с вами наигрались, поэтому, да. Думаю, пока что мы это с вами закончим с SCP. И с вами был я, Apple 32, и всем пока.